На роликодроме шумно и оживленно. Среди его посетителей Софья и Арсений Шушаковы. Ребята несколько лет катаются на роликах. Мне нравится то, что тут хороший пол, удобно кататься, большие площади. Мне здесь нравится выполнять крутые трюки. Трюки здесь выполняют и любители покататься на самокате. Артем Чемизов не расстается со своим любимым видом транспорта уже больше 2 лет. Я очень благодарен, наверное, вот то, что у нас в городе вот есть такой вот открытый скейт-парк, и то, что вот он единственный в городе, и можно приезжать и кататься. Зимой, получается, все снег выпадает, и все скейт-парки, все будут в снегу, и все, как бы, возможности для катания нету. Вот помню, у нас вот как-то была зима, и вот долго не открывался этот парк, тогда вот очень долго не могли кататься. А сейчас вот, ну, мы очень благодарны, что есть такая возможность кататься зимой. Тому, что роликодром – это отличная возможность не прекращать тренировки, рад и Евгений Мухин. Парень не хочет прятать до лета свой любимый скейт и прерывать процесс катания и оттачивания трюков. Он помогает кататься в те времена, когда нельзя кататься, например, зимой. Любимые преграды – это всякие радиусы. Вот, трюк любимый – это бэкстейт хилл-флип. И все это доступно на роликодроме, который в 5-й раз открыл сезон для посетителей. Многие из ребят, активно занимающихся здесь, приобрели достаточный опыт в катании на роликах, скейтах и самокатах. Все это благодаря поддержке компании «Уралкали», входящей в группу «Уралхим». 5-й сезон мы готовы принимать, конечно, в основном подростки, хотя изначально это задумывалось как роликодром, как семейные развлечения, чтобы мама с папой пришли с ребенком, покатались на роликах, вот уже в зимнее, в такое время осеннее. Но потом со временем у нас появилась вот такая могучая кучка подростков, которым нужен адреналин, которым нужна тусовка. Ну и мы им предоставили такую, конечно же, возможность. Уралкали всегда поддерживает спорт, отдых активный для всего населения Соликамска, а подростки – это наше будущее. Роликодром в Доме спорта «Калит» снова открыт не только для подростков, но и для всех желающих покататься как со своими роликами, так и взятыми здесь на прокат. Режим работы прямо сейчас на ваших экранах. На открытии 5-го сезона побывали Олеся Петровичева, Сергей Сюзев и вся телекомпания «Соль ТВ».